Основные модные тенденции в одежде всегда остро реагируют на экономическую и политическую ситуацию в мире. Эпоха кризиса не потворствует расточительству и в области моды. Чем дешевле нефть, тем длиннее юбка. То есть это было всегда. Поэтому тенденция – это макси, это длинные брюки, это закрытые бедра однозначно. То, что касается политической ситуации, то трендами становится, соответственно, стиль милитари. Контрапунктом является какие-то цветочные и такие ситцевые, веселые. В моде О-образный силуэт в стиле 20-х годов, обтекаемые формы. Ретро-силуэт в современной подаче должен сочетаться со стилем 90-х, бейсболками, ботфортами, флуоресцентными красками. Сами ткани одежды становятся более технократичными. Высокотехнологичная синтетика, объемные, как будто поролоновые ткани, которые держат форму. Такое, скажем так, ощущение кокона должно складываться. На зиму это могут быть шарфы какие-нибудь такие объемные, какие-то обтекаемые формы головных уборов, капюшоны. Те же самые унты, кстати. Вот сочетание чего-то такого этнического вот с этим стилем тоже очень красиво будет смотреться. Актуальны цвета хаки, милитари и цветочные орнаменты. Яркая графика в стиле пуччи, анималистический принт, но теперь он должен быть нереального цвета или превращен в пиксели-квадратики. Присутствие ярко-желтого, ярко-синего цвета, зеленого, цвета фуксии. Причем эта фуксия как бы не классическая фуксия, а немножко приглушенная такая. Брусничные оттенки, но тоже насыщенные. Сиреневые оттенки очень актуальны. Пышные формы уходят на второй план. На первом узкий силуэт, четкие линии, приталенные формы. Актуальны сочетания разных фактур, матовых и глянцевых. Например, металлизированных с замшей или бархатом. Графичные линии в отделке. Это касается и аксессуаров, сумок, обуви, перчаток. Это вот именно совершенно чего-то нового в период какого-то вот такого политического, экономического напряжения вряд ли что-то появится, потому что люди обычно достают из старых сундуков свои приданные, которые они забыли про какие-то вещи, вспоминают. То есть, скорее всего, что вернется классическая какая-то форма, которую уже неоднократно мы проходили, то есть стиль кэшью. Мода все больше приближается к жизни, приземляется. В макияже актуален бледный вид, который как бы намекает: мы много работаем и совсем не отдыхаем.